О, а вот тут видно. Она донатка есть. Самка. Не похоже на то. Хотя. Дай-ка я сфотографирую сейчас. Куда-нибудь пришли, отпускай. То есть видишь, если канаты есть, даже вот такой маленькой рыбки ее сразу видно. Ну тут самое, что вот здесь видно. Ну это тоже недозревшее. Недозревшее, да. Но это где-то у кого-то по хорошему. Полтора. В зависимости от температурного режима. Ну тут, конечно, тяжеловато. Тут просто датчик не к чему приложить. Не берусь сказать, просто очень маленькая рыбка. Больше нет ничего. Да, это вот эти маленькие, как не да, они смотрятся лучше даже, чем на большие, потому что они с этим делают не больше того. Вот одна камочка, она в резинке, год-полтора она может все время. Ага. Вот, как бог станет гранатой. Вторая, там тоже непонятно. Мы там посоветуемся телегами. Решим, значит, замену танка и футбол. Третье, но все-таки маленькое не вижу. То есть, если рыба более-менее готова, то ее получить четко видно. Тем более, если она была бы сухой, то это было бы прям сразу все, что понятно, что она сухой, что ее можно получать. Даже по степени там размеры кем, как мне видно, можно даже определить степень готовности рыбы в деле, то есть сколько ее привязать, не привязать. То есть, в принципе, здесь диагностика подходит хорошо. Вот. Вопрос, что после здесь не оказалось готовой рыбы. То есть теперь здесь в данный момент нет ни у кого, так же как и из ряда конца здесь нет. Все группы, которые. То есть дуба. Вот этот щадящий режим, да, мне почему он всегда нравится, то, что мы очень быстро. То есть везде определяется буквально 4-5 секунд. Рыбы не мучаем, не полим. В принципе, за практику можно взять. Такой стандартный режим, который нормально, не знаю, что переводит. Место нормально, да? Нет, место нормально, поставить. Но тут надо знать, что зимой трудно копить. Ну, да, нельзя, но все равно не съедят, только не дождется такой рыбы, которую вы любите. Жрень она, у нас называется, такой рыба, если вот такой. Да, 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 она придет. Ага, в принципе, видно. Книжечка, да. Да. А это что такое вот этот, который черный? А, этот, да. Черный, это, ну-ка давай следующий еще, который самый. Здесь. Вот здесь, наверное, да? Да, да, да. Да. На другую сторону.
сторону. Посмотрим. В прошлый раз мы хорошо ее поймали. Ну вот она, отголоски вот у нее видно. Да. По краям, в принципе, видно, что это самка у нее гонадная, да. Современный есть сразу пауза, Медисон, отличный аппарат, там пауза, вылежки, сразу можно все фотографии снимать. Здесь, конечно, такой. Вы все попадаете, да?